В 2014 году бренд «Шоль» вышел на российский рынок с инновационным продуктом – новой электрической пилкой для ног. Эта современная пилочка моментально стала объектом желания многих девушек и женщин. Но из-за более высокой цены не каждая женщина решалась купить новинку. Поэтому во время праздников мы хотели помочь девушкам получить пилочку «Шоль» в подарок. Но женщины не всегда смелятся попросить о подарке напрямую. И нам на помощь пришли технологии. Мы придумали кастомизированные баннеры в «Одноклассниках», которые говорили мужчинам, друзьям девушки в соцсети, о том, что она хочет получить в подарок на празднике. Для того, чтобы сделать такой баннер, нужно было зайти в наше приложение, выбрать мужчину из списка друзей, отправить ему намек. А перейдя по баннеру, мужчина попадал на страницу онлайн-магазина и мог сразу совершить покупку, чтобы больше не ломать голову над подарком в празднике. В результате нашей кампании мы достигли охвата в 44,5 миллиона пользователей. Было совершено 10 тысяч переходов в онлайн-магазин. Отправлено 55 тысяч намеков. А приложение было установлено более 300 тысяч раз. И множество девушек по всей России получили в подарок на весенние праздники пилочку «Шоль», просто отправив намеки в нашем приложении.